самый авторитетный, можно сказать, крестный отец всех ударных инструментов в России, Сергей Кадников, сегодня в эфире программы «Настоящее и будущее нашей эстрады». Нет, я бы хотел сказать, нашей музыкальной жизни. Потому что эстрада, она подразумевает там в основном ограничения. Ты же человек без ограничений, поэтому зачем тебе эстрада? Совершенно верно, я человек без ограничений, без тормозов. Да, еще раз напомню, что это Сергей Кадников. И я хочу у Сергея Кадникова спросить те же самые вопросы, как у его коллег, потому что это получается очень интересное интервью. Серый, вопрос на засыпку. Значит, как ты как барабанщик и как твой коллектив Glam Hooligans вчера встретил День Дурака? День Дурака, ну, как всегда, мы пошутили друг над другом. Вот, даже дети надо мной тоже пошутили. Вот, и, собственно говоря, это же такой день веселья. Это в Одессе было принято друг друга разыгрывать шутки перед друг другом, какие-то там юморные. На самом деле мы тоже пошутили, но, может быть, раньше мы были более помоложе и более задорные ребята. Мы там шутили совсем. Были такие шутки, мы были на гастролях с группой «Дюны», это был, наверное, год... Записи которых мы можем купить в магазине. Запись «Дюны». Да. Можно ее купить, на самом деле. И там такие были шуточки у нас, прибауточки, значит, первоапрельские. Лифт. И, значит, у нас Ренат, бас-гитарист, напился пьяный. И мы его подняли, короче говоря, с кровати, усадили в такое вот кресло, посадили, запихали его в этот... в лифт. Посадили его в лифт, взяли кактус там и цветок поставили туда. В этот в лифт. Вот. И его отправили. И он так там так спал. Так и ездил, да? Да, ездил. Лифтер? Там, да, люди заходят в лифт, там, знаешь, типа раз. А там чувак сидит в трусах таких. С пальмой. Да, там цветок, цветок, да. Вот это было забавно очень. А когда он проснулся, он там, ну, знаешь, когда он схватил и за кактус уколол себе руки. Это была первоапрельская шутка, но она была очень уместная, удачная. Вот это был такой момент. Хорошо. Да? Да, это очень хорошо, да. Да, да. Вопрос второй тебе. Какие случаи травматизма самые опасные при игре на барабанах? Был такой случай, я в родном городе, значит, был фестиваль, выступали всякие команды, и я помню, что даже наш город... назывался? Город родной? Нет, но город родной, да, Иркутск, вот, не для рекламы, но на самом деле я уехал оттуда достаточно уже количество времени прошло, скоро уже пройдет столько, сколько я и там прожил, и здесь. Да. Ну, так вот, и был случай такой, вот как раз ты говоришь, травматизм, значит, и был фестиваль групп разных, мы там играли, значит, ну и было принято поиграть соло, и там была группа какая-то, не знаю, как называлась, там был парень-барабанщик, художник, и, значит, он барабанил, там соло какое-то играл, там бла-бла-бла-бла-бла, и он, короче, ударился головой о барабан и разбился, бровь там, кровища такая, вот это было шоу, это, понимаешь, ты говоришь, какие травматизмы, вот люди расшибают все лбы, там бам-бам, кровища. Вот такие вот травматические бывают случаи. А у тебя были когда-нибудь травматические случаи? Ну, например, там, знаешь, ну, я не говорю, что ты можешь, конечно, как художник сыграть кисточками на барабане. Это, кстати, очень хорошая идея. Я что-то об этом не думал раньше. Кисточками там можно поиграть. Они мягкие. Чих-чих. Беличьими кисточками, да. Ну вот у тебя травматизм какой был? Ну, к примеру, ну, это, там улетела палка в зал, убила человека, например. Да, я бывает, там, знаешь, шоу какое-нибудь такое, там подкидываешь палочки и кидаешь, хочется тебе сделать подарок кому-то. Вау! Один раз я кинул где-то в каком-то городе, не помню, там, пару-тройку палочек. Мне в ответ прилетели... Я кинул пару-тройку палочек! Старшее поколение, там пару-тройку палочек. А я хотел сказать, а ты знаешь, что любовь, это же как костер. Если в костер не кинешь пару палок, он потухнет. Безусловно. И поэтому любовь... Костер из барабанов я, кстати, тоже видел один раз. Очень интересное зрелище. Надо кидать палочки барабанные. Так. Что я, так сказать, регулярно делаю, кидаю. Ты кинул пару палок, и что? Пару-тройку палок. Да. Короче, мне обратно эти палки прилетели. Потому что я, видимо, в кого-то попал палочками.
Это хорошо. А люди гитары же не кидают, представляешь? Не кидают, да. Они, обратно бы гитары бы не вернули. А тут палочки в обратную сторону. Так, а летают. При поломке палочек что-то может улететь куда-нибудь там, например, в басиста, в гитариста или в вокалиста? Знаешь, бывает, струны рвутся, знаешь, если басист подойдет ближе к тебе, и струна может тебе отлететь, да, в глаз тебе уколоть. То есть опасно, струной. Мы сейчас говорим об опасностях музыки, вот они думают, что мы кайфуем тут все, да? Да. А реально, это же опасный вот, вид, все что вот угодно. Вот они, руки, да. Трудовые. А подожди, вот эти руки, а руки не было таких случаев, например, когда ты просто со злости мог человеку на голову одеть барабан, например, прям с пластиком? Не, почему был такой случай и не один? Это практически было, ну, я не могу сказать, что на каждом концерте. Во, у меня был другой случай. Я, значит, стою, раздаю автографы, ну, уже иду. Автограф-сессия у тебя? Да. Ну, там все ребята убежали, я такой там, пока барабаны скручиваю, ой, дай автограф, дай автограф. Я, значит, там автограф раздаю, у меня раз, смотрю, у меня там были палочки куча, осталось там пару палок. Все повытаскивали палочки мне, кто-то мне там пинка всадил, там, понимаешь, так просто бумс, там, шалбан. Ну, молодежь окружает, а ты такой не знаешь там. Вот они думают, вот, им хорошо похулиганить там. Вот это такие были случаи. А барабан нет, никому не приходилось на уши одевать. Это же только в кино. А хотя так, знаешь, хотелось некоторым организаторам, которые сначала тебя встречают с цветами, там все прекрасно, а утром просыпаешься, и даже транспортное средство, чтобы тебя увезли в аэропорт, оно не подается. И телефоны все выключаются. Нормальный администратор, он исчезает просто, его нет. А, конечно, деньги в кассу, культуру в массу. Скажи мне, а вот были такие случаи, что можно, например, убить человека, например, летающей тарелкой от барабана? Ты знаешь, да, такие ведь случаи. Летающие тарелки, это ведь про вас, про барабанщиков. Летающие тарелки, да. На самом деле, они дорогие, их не хотелось бы, чтобы они вот летали. А какие лучше летают, наши или фирменные? На самом деле, наши тарелки летают лучше. Потому что они родные. Да, летают лучше, да? Хорошо, давай перейдем к следующему вопросу. Он, вернее, даже не вопрос, а просто приказ тебе. Просто пожурить. Кадр подрезается. Да, пожурить тебе надо будет всех юных барабанщиков, которые думают, что они крутые, но мы вот даем наставление. Что не надо делать барабанщикам, пока они не стали, ну, всеми признанными. Ну, понимаешь, да, звездная болезнь есть не только у вокалистов, гитаристов, но и у барабанщиков есть тоже звездная болезнь. Вот сказать, ты хотел бы подстричь этих людей немножко. На самом деле, в моей группе побывала, то есть поработала, вот есть такая группа «Веселые ребята», там, да, «Самоцветы» Юрия Маликова. У него много-много через него прошло артистов, которые сейчас очень известные, да, да, перечислять их не будем, да, но на самом деле через мою группу тоже прошло много музыкантов, такой я как бы и кастинги делал всевозможные, они мне не подходили, на самом деле я очень требовательный человек, вот, и для меня музыкант должен быть, отдаваться полностью, я очень сложно мне работать с такими музыкантами, особенно с молодыми, которым на самом деле музыка, не знаю, для чего она им дана, они вот так как-то вальяжно так это вот. Я почувствовать считаю, струны там. Ну да, я считаю, что нужно отдаваться полностью. Поучитесь у взрослых, да. Но есть, кстати, молодые, которые прям видно, что работают с харизмой. Все это у них есть. И певцы, и музыканты, там, и гитаристы, и барабанщики. Но их мало. Хотелось бы, чтобы их было больше на нашей эстраде. Но, видимо, это, видимо, уже стержень самого музыканта такого какого-то. Вот смотришь на группу, допустим, хорошо звучат, круто. Но ты отмечаешь только одного какого-то музыканта. Допустим, там, гитариста или бас-гитариста. Все, остальные мертвые стоят, унылые такие. Чем мы здесь сделаем? Сейчас бабло получим и поедем домой. Вот это мне как бы не очень нравится. Да, но ты знаешь, сейчас Сергей Васильев очень удачно пошутил. Он сказал, что у нас очень много талантливых людей, если поглубже копнуть. Я сказал, давайте говорить о живых. Да, если говорить о живых, то они есть. Копнуть поглубже не надо. Я в этом смысле. Я понял. Но смысл мне понятен, конечно. Это все юмор. Да. Но на самом деле их, да, я даже не знаю, что сказать. На самом каждая деле юмористическая передача тоже заканчивается финалом.
Серый, давай тогда лучше поздравим Федю, если хочешь. Вот, что хочу рассказать про Федю. Я, как бы, честно говоря, хотел бы... Ну, мы с ним здороваемся, как бы, да, ну, так вот, что плотно мы с ним не общались никогда. Но я всегда следил за их творчеством, особенно вот мне нравилось его творчество, когда он выступал в группе «Круиз». И я еще раз говорю, это где-то был где-то 88-й год примерно в городе Иркутске я еще проживал. Вот, и они приехали с гастролями, было 5 концертов у них, группы «Круиз». Вот, и значит, я пришел на этот концерт. Вот, это было зимой. Перед ними выступала какая-то группа, по-моему, из Литвы, неважно, там на разогреве было принято выступать с двумя командами, допустим, хедлайнеры были, допустим, последние, а перед ними кто-то выступал. На разогреве и на заморозке. На разогреве и на заморозке. И значит, я, когда увидел эту группу «Круиз», то есть, ну что, мы пацанами были там, хотя какими пацанами, мы с ним одногодки, то есть он уже тогда был молодой чувак. И он тогда уже играл. На самом деле, очень хороший музыкант. Он же и на клавишах выходил, играл. Сразу выйдет, на клавишах поиграет. Потом там на бас-гитаре. Они троем, они играли троем. Ну, группу «Круиз», да. Нет, именно тот «Круиз», когда Сергей Ефимов, барабанщик, Федор Васильев. Басист. Басист, он же клавишник. И Гаина. Вот, они играли втроем. Это был фурор, они не только в Иркутске, они всю страну там на уши подняли, и Европу там рукоплескала им, и не только Германия, там они везде были, все было круто у них достаточно. И я на все 5 концертов ходил и смотрел, потому что для меня это был такой прорыв. И вот они создавали такую атмосферу, они втроем работали на сцене, сейчас так не работает. Они втроем передвигались так по сцене, там бегали. Ну, чума, просто смотришь сейчас на эти концерты там, если только есть... Без всякого балета там, да? Да, никаких балетов, ничего там, все в живаго там, никаких плейбеков там. Никто эти сейчас, музыканты, имея образование, я не знаю, чему их учат там в этих музыкальных училищах. Порой преподаватели сами там нуждаются в обучении, научить-то толком не могут. И потом выпускают эту молодежь, а что они делают? Они просят кого-то записать, что-то им там, плейбеки какие-то ставят, вот они играют, создается впечатление, что там сзади у них оркестр за ними играет. Это неправильно. А вы посмотрите, есть такие вот музыканты, монстры, да, которые, пусть они троем, но это видно, что это вживую, это четко сыграно, потому что достигается это только трудом, да, и, скажем, я не побоюсь этого слова, жопа часы. Сел на задницу и занимаешься часами, 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 только тогда будет результат. Никто не хочет даже палец о палец ударить, приложить какие-то усилия. Зачем, когда можно включить плейбеки? Это, конечно, немножко... Напрягает. Не то, что напрягает. Жалко, что вот... Уходит искусство, великое мастерство. Уходит, уходит. Ну, я никого не осуждаю. Пусть будет так. Может быть, у нас сейчас век такой, что сейчас молодежь, которая у нас идет за нами, они... призваны сломать все, разрушить, не знаю, все. Не нужна будет ни задница им, ни руки, ни труд. А, наверное, внуки, ихние дети, придут и скажут, что же вы наделали? Вот наши деды, вот они творили. Вот, за дедов, короче. Блин, сказал бы я вам. А там пленка есть? Пленка еще. Итак, друзья мои. Федор, хочется... Друг мой Федор. Хочется поздравить тебя. Дядя Федор. Дядя Федор. Подарить надо ему велосипед, как почтальону Печкину. С сиденьем. Да, с сиденьем. Потому что сейчас на самом деле становится все сложнее ездить по пробкам. А ему же надо успевать на какие-то концерты. Ему подарили, значит, вон игрушку. Ему подарили такой ремень красивый. Но забыли подарить велосипед. Какая рука, и последний вопрос. Какая рука у тебя у Федора Васильева самая любимая, левая или правая? Какая вот он, ты, на твой взгляд, у него как кто-то более, так сказать... рабочая, которая больше денег приносит, левая или правая? Я думаю, что левая рука, она ближе к сердцу, вот он как-то, я думаю, что левая, наверное, она все... В карман да в карман. Да, она все как бы, она зарабатывает деньги как раз вот для него. А правая тратит? А правая, да, видимо. Друзья мои, Сергей Кадников, мы вернемся через какое-то время, потому что наше интервью превратилось в небольшую авторскую программу о том, как нужно правильно использовать свое... Смотрите, время. Как работает Федор Васильев. Подожди, у тебя тут какая-то... Не так. Вот для глаз дырка специальная. Так, один глаз внутри.
Если вы увидите язык среди шапки, знаете, это наши люди. Сергей Кадников, руководитель ансамбля Кадников Бэнд, в прошлом, ныне Glam Hooligans. Ищите нас в эфире. Скоро мы вас порадуем. Иркут с вами. People Star. Russian Internet Television.